Меня зовут Карлыгаш Турызбекова. С 2019 года я работаю в компании «Атоми». До «Атоми» я была домохозяйкой. И как мама, которая заботится о своей семье, конечно, я всегда выбирала качественную продукцию. Искала качественные зубные пасты, щетки, все то, что нужно каждый день. Также я искала качественную косметику, потому что та косметика, которой я пользовалась, не давала тот эффект, который я ожидала. Поэтому я всегда была в поисках. Впервые с компанией «Атоми» я познакомилась в 2019 году, весной, 4 мая. На эту встречу меня пригласила Стелла Хигай. А так как я очень хотела познакомиться поближе с этим прекрасным человеком, я с удовольствием согласилась. Нам очень повезло, потому что в тот день мы не только познакомились с компанией «Атоми», мы еще смогли попробовать продукцию «Атоми». Помню, в тот день я попробовала витамин С, хемохим, пробиотики, водоросли и жевательную резинку. Для меня, конечно, это было очень интересно, потому что я впервые пробовала продукцию из Южной Кореи. И я для себя решила, что я буду пользоваться продукцией, которую предлагает нам компания «Атоми». Я была вдохновлена, и я заказала сразу два продукта. Это хемохим, две коробки, и спирулину. И я всем своим знакомым, друзьям и родственникам сразу начала звонить и рассказывать о том, что в Казахстане совсем скоро откроется южнокорейская компания. И там они смогут приобрести качественную продукцию. Так как я мечтала о бизнесе, где я могу быть полезной и получать достойные доходы, я для себя решила, что открою образовательный центр. В 2019 году, в августе месяце, в городе Шымкент, я открыла образовательный центр, куда начали приходить люди и знакомиться с качественной продукцией «Атоми». Сейчас у меня большая команда. И именно благодаря качественной продукции компании «Атоми», которая влюбляет в себя, рождаются новые и новые лидеры. Также познакомить своих друзей, которые каждый день тоже могут искать продукцию, которая им нужна, так как в компании «Атоми» продукция вся повседневного спроса. Именно благодаря тому, что компания «Атоми» дает возможность быть не только полезным, но и справедливо выходить на огромнейшие доходы, я каждый день приглашаю людей, так как именно вместе с командой здесь ты можешь достигнуть больших целей и выйти на достойные доходы и улучшить жизнь. Для получения сертификата приглашается Карлыгаш Турызбекова. Құрмет қошеметтеріңіз. За проявленные лидерские качества и внимание к участникам, за глубокую любовь и заботу о душе, за достижение цели сбалансированной жизни, к которой стремятся все участники компании, будучи личностью, заслуживающей доверия и имеющей превосходные способности к обучению, награждаем вас почетным рангом «Стар-мастера». Келдіңіздер, құрметті атомяндықтар! Здравствуйте, дорогие атомянцы! Рада вас всех тут приветствовать! Сегодня я на этой большой, красивой, высокой сцене. Но не всегда так было. В Атоми я пришла скромной, простой женщиной, женщиной-домохозяйкой, женщиной, которая волновала именно домашнее хозяйство, у которой не было опыта заниматься бизнесом, женщина, у которой за плечами не было опыта общаться с большим количеством людей, а тем более притягивать к себе лидеров. И я себе поставила задачу, что я должна этому научиться.
У меня был страх во всем. У меня был страх даже при выступлении в зумах. И когда я рассказывала, у меня тряслись ноги, и я все равно рассказывала о продукции, потому что я так хотела познакомить всех-всех с продукцией компании Atomy, так как я сама была влюблена, так как я сама увидела результат. На ролике я сказала о том, что купила две коробки хемохима и спирулин, и благодаря именно этой продукции я увидела свой результат. У меня была сильнейшая аллергия, и я победила ее. Поэтому я благодарю вообще продукцию Atomy, компанию Atomy за то, что такую великолепную продукцию на сегодняшний день выпускает и помогает очень многим людям. Что было дальше? День за днем я, конечно, росла, но для меня это было сложно. Почему? Потому что действительно, общение с большим количеством людей от меня требовало большой энергии. Почему? Потому что у меня не было веры в себя. Именно благодаря вере моего спонсора Стеллы Хигай, именно благодаря искренности и мудрости Владимира Хигай, которые всегда обучали нас, которые всегда давали те сокровенные знания, через которые они сами прошли. Это были не просто знания, это были знания, которые дали через опыт, который прошли. В этой компании Atomy я научилась быть собой. Я пришла к самой себе, к той силе, которая у меня была изначально, но которую я просто не признавала. Именно благодаря тому, что я не давала ходу себе назад. Я будто толкала себя вперед и говорила: иди, выступай, говори, обучай, выходи в зумы, выходи на прямые эфиры, рассказывай. Все у тебя получится. Именно благодаря тому, что я не сдавалась. Я создала команду вместе со своими спонсорами. И вместе с командой мы победили. Я сейчас хочу сказать огромное спасибо своей команде за то, что поверили в меня. Огромное спасибо каждому лидеру. Огромное спасибо каждому человечку, который просто поверил и купил продукцию для себя и увидел свои результаты и остался доволен. Огромное спасибо команде за веру в меня. Огромное спасибо за то, что поверили в себя, в то, что в Atomy все возможно, в то, что именно в компании Atomy вы сможете здесь начать новую жизнь. Я бы сказала, вы знаете, реально атомианскую жизнь, где именно твоя сила начинает пробуждаться и ведет к тебе самой настоящей, к той мечте, к той самой мечте, о которой мы мечтаем, но не всегда делаем шаги к своей мечте. Именно в Atomy здесь, проставляя цели, здесь я учусь идти вперед. Огромное спасибо еще раз команде! Огромное спасибо моим великолепным спонсорам. Хочу пожелать всем, не сдавайтесь, идите к своей мечте. Каждый из вас достоин дойти до своей мечты. Вы крутые атомианцы!